короче, приехали в биопарк, никогда тут не были, и вот такой вот вход. И мы еще захотели купить корм, 100 гривен, 2 штуки взяли, для хищников и для обезьянок. Вот, а вообще мы хотим поснимать жирафа, фото жирафа и сафари. Я никогда не была, не видела никогда жирафа, хотела, конечно, это сделать в Кении, но тут тоже неплохо. Вот, и сейчас посмотрим, как это будет. Вот так выглядит корм. Сейчас. Смотри, он лапу держит там. Смотрите. О, он там в лапе. Чарльз. Он такой хороший. Ой, там, там. Ага. Мы купили корм также для тигров и покормили их мясом. Они были безумно рады, и они очень необычные раскраски. Я вижу таких впервые. Было просто в восторге. Они купаются. Это этот крутой. Также такие вот смешные медведи тоже были покормлены. Я отчиталась перед вами. Они очень смешные, похожи на каких-то мультяшных героев. Вот, и я быстро расправилась с кормом, потому что всех быстро покормила. Классный, да? Ага. О боже, смотрите, это жирафы. Мы сейчас туда там сделаем фотографии. Боже мой. Это я видео все делаю. Давай, давай. Я нет. Тебе фотки не сделала, давай еще фотки как-то сделаю. А мне, мне тоже фотка. Держи. Тебе тоже фотка нужна? Это малыш, который, да? Ему хорошо. А можно я так тоже? За животное. Он покушал. Вот такая вот машина для сафари. 10 миллионов человек москитных. Ну, мало ли вдруг прыгнули. Лапой можно зайти, это поцарапать вас. У них сила велика. А вот здесь лежит хороший там корня, то вода там, да? Масечка. Спасибо. Ні, він тут лежить, тому що вже по часу він знає, коли йому потрібно заходити. 20 годин на добу лежить, відпочиває, там взагалі нічого не робить. І тільки 4 години він собі приділяє для розмноження. Для розмноження. Сімба! Сімба! Ясно? 20 годин лежить і 4 години назад? Так. Ну, він як кошачий, як ти ж теж робочий час спив. Так, так. Так, так. Кушу, так, так, великий чорний. А чого вони? Тому що вони по своїй природі не потіють, сильно притягують сонце своїм чорним кольором, тому для комфортного життя їм потрібні завжди ставки, озера та... А ось це у нас ті, що кричали, це африканські корови ватусі. А ти знаєш, що... Розбігаються. Пісеньковий злодій. Це ж те, що я казала вам, що його там просто він не доїдав. Жить через стрес він втратив цей жир. Мы только что были в сафари, видели львов, кормили верблюдов, я покормила еще лошадей. Очень круто, прям эмоции выше крыши. Сейчас покормим еще пару. Смотрите, тут куча комочков. Кроликов, кошки, кролик. А вот тут сетка, Саш, с этой стороны. А где они стояли? А тут лемуры. Можно с ними сделать
прогулку, но сегодня мы не успеваем. Но в следующий раз точно, смотрите, какие у них мягкие хвосты. Вот такая большая территория, там жирафы. Вот тут, вот там лемуры, тут капуцины были, но уже под вечер их забрали. И вот такая классная территория, очень круто, тут обезьяны. А-а-а, как классно. Какой он крутой. Смотрите, какой он крутой. И тут есть пеликаны. Вот такая территория. И вот тут павлины тоже нашли. Тут мы уже на выходе из биопарка решили сделать фото и видео под закат. Очень красивый закат был. И надеюсь, тебе понравилось это видео. Мы уже уходим. До встречи в новом видео. Пока-пока.